Сегодня на день рождения наша команда приготовила музыкальную сценку, я не знаю, работает ли она. Мы подготовили для вас музыкальную сценку «Корова сдохла». В главных ролях корова. Выходит корова. И вдруг в нее попала пыльная пуля. Выходит доярка. Она проходит, проходит. Корова сдохла! Председатель! Корова сдохла! Милиционер вызвать. Нет, подойди! Что случилось? Корова сдохла! Ужас, опять! Не-не-не-не, ребят, так не пойдем. Вы вообще плохо играете. Ну, давайте жанром каким. Я же вам скидывал, помните сценарий? Боевик. Да-да, точно. Боевик, боевик. Давай, боевик. Молодец, она подсказала. Команду Лава Лен позову вместо вас. Давайте. Эмоции, эмоции, сексуальность. Вот как оно, смотрите на Айнуру. Эротику, пожалуйста. Ну а что вы? Сам-то.
Ребята, ну совсем, ну кто же так выступает? Какая официальность? Ну кто вы так, а? Ну давайте теперь, ну смотрите, какая она классно выступала. Да вы, блин, когда в фильме послал. Давайте современности. Давайте современную музыку лучше поставим. Вау, Мак, в этот раз последний раз. Все, последний. Ну, ладно. А кто же есть? Зубы! Диджей! Музыка. На бассейне мы танцуем под минимум, да-да-да, ты красива, ты таки, ты дохуя, шапа. Здесь так красиво, я перестаю дышать, руки на минимум, чтобы не мешать эти облака. Корова сдохла! В нашем стиле бар, делись бухи, пыло, гашек, ящик, миллер, парно, прогоняем, выпить на сегодня, ты их киллер, убей их за мой счет. В нашем стиле. Корова сдохла! Надо мента позвать! Мест, подойди! Все, что мы любим, секс, наркотики и секс, наркотики и секс, наркотики. Все, что мы любим, секс, наркотики. Корова сдохла! Молодцы, ребята, вы в этот раз сделали, все порвали, расставили. А ты мне позвонишь позже? Нет! Спасибо.